Петрозаводске продолжается ремонт улицы Чапаева. Строители не успевают сдать объект в срок. Основные работы сейчас ведутся в районе автовокзала. Движение здесь затруднено. По сути, улицу Чапаева строят заново. Дорогу ремонтируют капитально. Здесь будут две полосы, разделенные забором и отбойниками, новые фонари, электроподстанции, ограждения, тротуары и пандусы. При всех плюсах строители, правда, уже без камеры, признаются, проект далек от идеала. На отдельных пешеходных дорожках едва ли разъедутся мама с коляской и велосипедист. А жильцам некоторых частных домов выезд на Чапаева и вовсе перекрыли. Эту проблему, правда, обещали решить. В график мы немного не вписываемся, так как нас задержали работу по переустройству сетей водоснабжения и теплотрассы в районе автовокзала. Ну, на данный момент к первому числу мы планируем запустить движение уже в две полосы до улицы Ватутина. Ну, от улицы Ватутина до кольца Шотмана еще пока полоса будет одна только открыта для движения. Основные ремонтные работы на Чапаева собираются завершить, скорее всего, к середине сентября. По словам строителей, все зависит еще и от погоды. Вот таким мы увидели наш город сегодня. Ну а если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533-3232. Давайте делать новости вместе.